Пришло время рассаживания растений в кашпо. Я подготовила специальный грунт. У меня о грунте есть видео, как мы делаем. И вот в центр я посажу газанию. Посмотрите, как она у меня хорошо выросла. И видите, что вот здесь дренаж замечательный, корешки хорошие. И укореню там. Сажу все целиком. Жалко, если корешки пострадают. Газания. Так. Сейчас молодая луна, поэтому хорошо сажать. Сегодня 20 марта. Хочу вам показать. Уже хорошо поднялась настурция. И, конечно, ее надо пересаживать. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Возьмем первую попавшуюся и проверим ее корневую систему. Посмотрите, как хорошо подросла. Видите, корешки замечательные. И сейчас я посажу. Газания у меня прямо стоячая, а настурция выполнит роль ампельного растения. И вот, чтобы не мешать друг другу, я отделю подальше. Вот так, видите, место подготовлено, так, чтобы не страдало. И вот так углублю. И когда начнет расти, она просто будет расти в ту сторону. По краям кашпо у меня настурция оранжевого и красновато-кирпичного цвета. Корневая система, видите, как хорошо развилась у настурции. Вот она такая. Далее я посажу сеткриазию. Вот здесь сделаю ей место. У меня два кустика. Это многолетнее растение. У меня есть видео. Я показывала, как она растет. Давайте посмотрим, насколько укоренились эти корешки. Посмотрите, какие хорошие корешочки. Посадила я совсем недавно, хотя корневая система у них уже была немного развита, так как я высаживала их для укоренения. Посажу и второй коршочек, смотрим, какая здесь корневая система. Смотрите, обязательно перевалкой. Вот, нажимаете, и так не будет страдать растение. А посмотрите, какие хорошие корешочки. И я сажаю вот в этот конец. Вот так. Итак, по краям у меня будет настурция. А здесь вы видите очень красивые листья. И вот уже есть тут цветочек. Вот так цветет сеткриазия. В кашпо у меня грунт, который мы делаем сами. О грунте есть видео. И сейчас в центр я посажу газанию. Но сеткриазия многолетнее растение, а настурция и газания однолетние. Газания в центре, а сеткриазия и настурция по краям. Вот так. Сажайте, это очень интересно.